Да, сегодня можете подойти. В 3:40. Все хорошо. Участковый Евгений Карпухин на связи 24/7. В сутки полицейскому поступает 20-30 звонков от жителей. Участок большой, 42 дома, 18 строений, 7 магазинов и торговый центр. Да еще и надзорных 58 человек. С населением работа. Условные, осужденные люди. Потом с надзорным контингентом. Ну, в основном, чаще всего семейные скандалисты и нарушители административного порядка, тишины, покоя граждан в ночное время. Свою службу Евгений начал в 2007 году в патрульно-постовой службе. В 2011 отправили в командировку в Чеченскую республику. По возвращению перевелся в подразделение конвойной службы. Административно задержанных водили, осужденных, кто задержан по 91 статьям. И потом уже в 2018 году перевелся на вышестоящую должность в участковый уполномоченный города Тобольска. 15-й микрорайон участковым выбрал. На участке Евгения Вячеславовича уважают, к советам прислушиваются. С соседями тоже общаемся, реагируют, если какие-то беспокойства, то сразу же адекватная вся реакция поступает благодаря вашей работе. Всего в Тобольском отделе полиции несут службу 28 участковых уполномоченных полиции и 3 помощника участковых. С начала года ими раскрыто 176 преступлений. Составлено более 1000 административных протоколов. В честь праздника личный состав был отмечен благодарственными письмами и грамотами. Не забыты и ветераны органов внутренних дел. Медаль за отличие в службе второй степени получил участковый в отставке Динар Гайсин. В любой работе сложно, как бы. Но здесь вот самое главное для участкового – это терпение, думаю, чтобы тыл всегда был прикрыт, то есть семья, дети всегда поддерживали. Но в остальном все нормально будет, я думаю, так. Ну, естественно, надо уметь с людьми обращаться, разговаривать, понимать их. Пока на посту стоят люди, преданные своему делу, город может спать спокойно. Наталья Китова, Рустам Рузиев, Тобольское время.